ты делаешь, Тара? У тебя кризис. Ты стоишь на месте. Дело в твоем брате? Он здесь при чем? Это был ужасный несчастный случай, но... Пожалуйста, отстань! Дай мне! Твоей вины в этом нет. Ты не сможешь двигаться вперед, пока не отпустишь прошлое. У моих родителей есть потрясающий дом. Можно устроить девичник. Ого! Он расположен у частного озера в уединенном месте. Привет! Вам нужна помощь? Может быть, вы знаете, где здесь можно подзарядить телефон? Мы здесь без сотовой связи. Кроме вас тут никого нет? Это вас смущает? По-моему, это опасно. Две красивые девушки в одном большом старом доме. Я видел фильм с похожим сюжетом. За нами кто-то наблюдал. Теперь он считает нас чокнутыми. Нас? Это у тебя паранойя? У меня нет паранойи. Ты разозлилась, потому что Лукас ко мне подкатывал? Я хорошо тебя понимаю. Я думала, между тобой и Эми что-то было. Эми, возвращайся со мной. Ты меня бросил, Дерек. Ты спишь с моей девушкой? Она не твоя девушка. Тара! Он исчез. Кто исчез? Файл с моим влогом. Твоя жизнь не тяжелее, чем у всех остальных. Ты сломал мою машину! Отойди от меня! Что это за игры? Я уезжаю прямо сейчас. Изображаешь из себя жертву? О, бедненькая Тара! Не шалите. Это будет потрясающий уикенд. Что скажешь?